Мой вам душевный привет, друзья мои. С вами, как всегда, Лёха Рови. И добро пожаловать в метро Exodus. Продолжаем проходить метро Exodus. Вот, не так часто выходит, как хотелось бы, да? Хотелось бы, конечно, одним залпом все пройти. Но, блин, столько игр, там всякие скамчики хочется поснимать, и DayZ, и прочее, времени на все не хватает, поэтому... Как-то так. В общем. За нами Москва. Впереди Каспий. И мы продолжаем. Так что, подписывайся на канал, если не подписан. Жми лайк, если видео понравилось. И долбани молотом Тора в колокольню, чтобы не пропускать новые видосики. Если у тебя нет молота Тора, можешь пальчиком просто прожать. Обычно молоток не используй. Девайсы нынче дорогие. Ладно, что-то я много разговариваю. Погнали. Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Так, жена наша стоит. Кайфует от жары. В общем, размонтау мы в Ямантау каннибалов. И впереди нас ждет пустыня. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Полезно, полезно тебе. Ты болеешь чем-то там. Так, пацаны, что-то заметили. О, буханка. Походу, у них с бабами тут беда. Это явно какой-то населенный городишко. Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Да ладно, не ссы. Сейчас проверимся. Они в поселке, это все хорошо, прощупаем почву. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить. А топливо... Ну, завари чайку пока. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так, ладно. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Да хорошо, хорошо. Планшет мне верните, да, мой. Или это не мой? Эти типы на машине. По виду обычные... Да отвали, блядь, заебал ты командовать. Хватит командовать мной. Машина шла в поселок. Похоже, у я не поздюк, хватит мной командовать. Информация там должна быть, а нам сейчас все будет кстати. Сам разберусь, седой. Когда будешь готов, выдвигайся. Батя, дядя, батя, папа, как тебя называть? Эй, а где мой верстак? А, я понял. Вы его на улицу, да, вынесли? Где верстак? Ау. Пацаны. Где мой... Верстак, где мой? На разведку собираешься?
Глянь, пригодится. О, что это? Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Титовые гранаты? Выстрелил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Ну ты красопед. Где верстак? А, вот он, верстак. Все. Так, что нам надо? Что ты там наворотил? Пульки, да, разрывные? О, не, слушайте, это дорого. Сам попробовать. Там все несложно. Вот это недорого, это возьмем. Не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Вот безумности твои, как бы мы обойдемся, я думаю. Еще увеличений. Ну давайте, ладно. Полный боезапас пусть будет. Что у тебя еще есть? А, поменять я могу на этот. Не, ну гатлинг нам, наверное, не пригодится. Так, ну что, это не нуждается в чистке. Это на мясо. Это на ближний бесшумный. Это на дальний бесшумный. У тебя нет другого? Блин, ночное видение. Не очень, конечно. Ну ладно. Так, ну чё? Чё? Чё нам надо? Тут у нас всё нормуль. Нам, короче, надо аптечки. Талова. Нам нужны для Ревика патры. Ой, у нас с патрами-то беда. На это уже не хватает. Понято, чё. Хрен с ним, по дороге что-нибудь найдем. Чё, выдвигаемся? Выдвигаемся. Ну что ты? По Скамчанскому смотрел мой видос? Я встретил горца Дункана Маклауда. Мы с ним рубились долго. День-ночь рубились. Солнышко-то припекает. Если не смотрел, подсказка справа. Посмотри обязательно. Все, короче. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Короче, локация тоже не маленькая. Как и Волга. Так, а как нам туда? А что ты мне? Ты же мне туда показываешь идти. Или нам в обход надо фигачить? Я так не пройду. Что-то Алёша разошёлся сегодня. Алёша. Видите, даже тут Алёша, Алексей Семёныч. Ой-ой-ой, жарко. Жарко, парняги. Алексей Семёныч даже тут. Похоже, жара тут ещё сильнее влияет. На харде. Так, нам надо что-нибудь попроще. Блин, вот в это, конечно, нельзя его как-то отключить. В это прям очень неудобно целиться. Ой, красота! Конечно, над игрой постарались. Ой, это кто? Видели? Какие-то песчаные. Не кусайся. Дрожь земли смотрели? Гробоиды. На минималках. Гробоиды на минималках. Ну вот это прям локация Mad Max напоминает. Артём, тут похоже буря собирается. Небо чёрное.
Кого вы там жрете? Так, ну ресурсики по чуть-чуть собираются. Я не знаю, имеет ли смысл все вот эти штуки лутать. Ленин. Барон? Это барон. Я вспомнил. Точно. Заспойлерил он. Пацаны! Пацаны! Я случайно. Я случайно зашел. И раз они из песка вынырнули. Блин, патри вообще кончается. Он еще и скрафтить может только на две обоймы. Так, ну вы что-то по-любому охраняли, интересно. Да? Ну, такое себе. Вон еще, по-моему, ящик. Не. Обманка. Трупов, по-моему, больше ресурсов, чем шкафов. Ладно, гоним дальше, времени будем терять. Локация и так не маленькая. Знаете, что я бы еще сделал? Я бы все-таки поменял бы прицел. Потому что с ночным вообще невозможно работать. В условиях палящего солнца. Чё, погнали? О, блядь, напугал. Псина. Неожиданно выскакивает. И это немного обескураживает. Точнее, как я его в плечо, а? Я снайпер. Ну не я, Тёма снайпер. Да умри ты, блядь. Смотри, какой живучий, а. Короче. Исключительно по головам. Ребятки. Ребятки, стреляйте исключительно по головам. Благо мы можем крафтить. Вот, все, я 60 сделал. Смотрите, прикол. Я сделал 60, но у меня всего 33 на запасе, а 27 в обойме. Но у меня и до этого было 27 в обойме. Опа. То есть получается... Игра... Игра меня наебывает, да? На патроны. Правильно я понимаю? Вот смотрите. Давайте проверим. Заряжаем, да? У нас 25 в остатке. А, 52. Понял. Значит, не наебывает.
Хорошо, ладом, ладом. Сука. А чё ты попасть-то не можешь? И где луч вообще? У него же был лазерный. Куда он делся? Непонятно. Где прицел? Точнее, не прицел. Блин, быстро засирается, да, пушки? Ну, проработчик вот этих всех деталей. Молодцы. Вот, лазер, есть же. Ну, так о чем мне светит цель? Или я слепой? Так. Маленечко. А чё с тебя? О, это уже, смотрите-ка. Это чё, снайперка? Мне какие-то патроны другие дал. Ну-ка, давайте посмотрим, чё это за пушка. Да. Прикиньте, это снайпа, да? Как ты называешься? Вентиль. Это снайпа, потому что под нее. Ночной прицел, да, это снайпа. Это можно лазерку поставить. Так, ну ладно, нам пока она не интересна. А чем ты фонарь достал, дурачок? Так, ну мы снайпу скинем. Ладно, 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 двигаемся дальше. Вот, с этого же есть. Так, а вот тут надо быть уже. Аккуратненько. Склонитесь и будете спасены, барон. Чё-то походу там стреляют. Как-то. Неприветливо нас встречают. Они походу. Что тут? Ловец снов. Они, походу, от фриков от этих отбиваются. Они реально похожи на фриков из этого. Буря начинается. Как эта игра, блин, скажи, я скажу. Days Gone. На фриков из Days Gone они похожи.
Да, они, короче, с ними вместе. Надо, короче, спиздить у них буханку. Как он громко по рации разговаривает. Кто тут, ну? О, фрики, смотрите, лезут на них. Так, нам, походу, надо тачку стырить. Компас сюда показывает. Не, не могу. А, я понял. Я вспомнил, точнее. Тут надо ключ раздобыть. Кто, бля, рычит, ну? Фильтр меняй. Нихера не вижу. Так, мне бы наверх залезть. Мусье. Вы так себя не ведите. Такое поведение не подобает джентльмену. Короче, мне надо вовнутрь. Не слышу вас! Ответьте! Иди ты в жопу, баба! Пипец, я кривой. Не, не я, я-то нормальный, это Артём кривой. Так. Ага. А чё, мы не можем залезть? Чё за прикол? Или чё, нам тут бомбануть, взорвать надо? Ой, не туда полез. Сорямба. Так, ну мы здесь. Нам надо как-то наверх попасть. Ага, понял. Вот ты какой. Симпатяга. То буря, то... Какие-то темные постоянно локации. О, пацаны. Погодите. Я вас запечатлю. Что еще? Выходи по одному. А, вот, видишь, красным, красным. Вот тут. Саул. Я вообще-то и Саул, глушитель работаю.
Саула, походу, сожрали, да? Где Саул? Братан, ты где? Братишку, походу, захавали. Здравствуйте. Я въезжаю в стройку. Так, ну у нас с патрами вообще беда. И тут в основном, походу, патры для снайпы только будут. Я так понимаю. Ну-ка, что тут у нас? Короче, Саул тут, походу, был один. О! Чё ж вы так пугаете? Чё ж вы так пугаете? Ты чё, блядь? Я его не убивал. Безумного Макса насмотрелись. Ключи отдай от тачки. Ну-ка, отошли от машины. Хулиганьё. Гопники, тачку мою. Отработать хотели. Магнитол, наверное. Это чё? Ага, я не могу его, да? Ладно, чё. Разобрать я хотел его на запчасти. А он не даёт. Сэр. Ещё? Ну давай, давай, поднимайтесь. Беседы будем с вами разговаривать. Как истинные джентльмены. Пушка косая. Вот я ему в сторону головы целюсь. Ебись нахуй отсюда. Чудовище, блядь. Все. Патрики-то подострепались. Но у нас еще есть калаш. Но у него нет патров. Так, буря вроде закончилась. Снимаем вот эту приблуду. Быстренько шмон тут наводим. А тут нечего шмонать. Ну, этого мы осмотрели. Блять! Да вы заебали пугать нахуй! Мочи его, Тёма! Я прикрою! Пиздец, они выскакивают, блять! Ты чё там завис, нахуй? Стекаем. Всё, короче, валим. Нам тачка нужна была.
Опа. Чик. Режим ниндзя врубаем. А ну отошли от меня. Суки такие. Отошли, я сказал. Слушай, они бесконечно, походу, тут будут лезть. Надо наваливать. Ништяк, буханочку раздобыли аварийную. Да как вы одолели? На. Ой, красава. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Не. Несговорчивые какие. Они в обморок. Хотя, упали. У меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе кум королю. Это же не пешком по жаре топот. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Ну и чё ты селка, если я пробую? Личики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Нихуя ты меня, бля, сейчас оскорбил. Так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. Это ты кулички лепил, до понял? Встречи. Давай, давай. Уёбывай нахуй с моей тачки. Моя тачка, понял? Понял ты нахуй, моя тачка. Погнали, ещё поедем кататься, а? На буханочке. Я гонял когда-нибудь на буханке? Блин, я гонял на охоте. С дядькой. Нормально. Как она? Конечно, трясет немножко, укачивает, но ничего так, зато. Проходимость хорошая. Используйте С, чтобы увеличить скорость и чтобы тормозить для выхода, нажмите Е. Братва, СМИ сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Братва! Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашений соваться себе дороже. Любишь водить машину? Водишь вообще машину? Ну или издалека. О. Здорово, пацаны! Кого надо, вызову отдельно. А остальные пока готовить тачки. Пушки и бычьё из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой, барон сказал. Барон сказал в натуре, пацаны. Вы чё, барона не уважаете? Эй, чё случилось? Что случилось с видом? Это из-за карты его так залагало? Ну-ка вылези. Во. Вот там залез под потолок куда-то, но. Слушайте. Блядь, это еще через водительскую не выходит, Артем. Не хочешь тебя обижать? Но мне кажется, ты долбоёб в некоторых моментах. Так, ну тут... патры. Причем для автоматики. Я думаю, тут имеет смысл повылазить, да? Это, конечно, затянет прохождение. О, там собачки. А, да, сюда я не залезу.
Жал, жал, очень жал. Там собачки и какие-то гейзеры. А тут какая-то нычка. Так. Смотрите-ка, тут схрон чей-то. Ага, наблюдательный пункт, бинокль. За дорогой, видимо, наблюдать. Еще один бинокль. Что-нибудь стоящее у вас осталось? По мелочи, да? Ой-ой-ой. О, они взрываются. Ничего себе, гейзер взрывается. Мусье. Вы охуительно неправы. Так, есть тут что? Я могу вообще туда пролезть? Не могу, да? Нет, как-то... Могу. Не надо за мной. Не надо за мной ходить. У меня нет вкусняшек. Так, что это у нас? Корабль какой-то, да, старый? Тут тип скрюченный. Вот так, нахуй, изрешечу тебя. И тебя, собака, изрешечу. Зря, наверное, так, да, патры? Патры в расход пускаю. Так, ну я вроде там поднасобирал что-то. Да. Пойдет. Немножко есть у нас патриков. Тут еще немножко. Ой, я тут вылезти могу. Опачки, у них тут. О, ты... Сука такая, блядь. Вот же ж сука такой. Откараулил меня. Хера себе у них тут. Система катакомбов. Тут походу это. Какая-нибудь сейчас книжечка-пасхалочка. Ну чё, нормально они так тут. Крашечки вон. Машинки. Детские. Пойдёт. Так, ладно, чё-то мы... Блин, затягивает вот это. Лутание, там интересно же локации, там все это посмотреть. Да? Где машина-то наша? Где-то вон там. Поехали. Что там происходит? Так, ну мы даже еще не доехали. Вот, чё, карту достал и все.
Руки. Я понял, братишка, ну чё ты, успокойся. Нормально же всё. Как тебя тут кормят? Нормально кормят? Нормально кормят? Брат. А это, знаете, на что похоже? На Кин-дза-дза, блядь. Смотрели фильм такой? Кто постарше, ребята, те смотрели. Чё ты рот разинул? Я работать, мерза. Видишь? Хорошо работать. Молодец. Я очень чё ты-то у нас? Рабовладельческий строй, блядь. Несовременный. Сейчас будем разрушать ваш рабовладельческий строй. Где начальник? Кто-то рычит. О, там летает эта дрянь. Ой, вон, его вон, смотрите, сколько этих дряней там летает. Вот этому, да, чувачку поклоняется? Пизда тебе на. Блин, не втыкается, ладно. Ага, вы нашли метательный нож. Да ладно, это мой вообще-то нож. Ты чё, блядь, игра? А эти летучки, наверное, пиздят тут, да? Народ. Ладно, короче, все интересно и замечательно. Мерза, блядь. Не знал тебя совсем. Ты нас проверял, пришел, да? Да. Я... Барон пришел, слышка? Да, 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 я главный. Прости, мерза. Я глупый, лохматый раб. Ничего не знал. Ну, теперь хозяин знаешь. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал. Ну, да? Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас мы разберемся все. Не переживайте, мы из Роструд. Мы из Роструд, сейчас условия труда приехали проверить. Сейчас мы все тут проверим, как вы тут... Как вы тут работаете? Ты где? Ты где базаришь-то? Так, давай подкачаемся. Чё у меня там по патрам? По патрам не айс. Так, что тут у нас? И вот он перед отплытием говорит, проследи за грузом, бла-бла-бла-бла-бла, отвечаешь головой, что мне теперь делать? Я координаты записал, если им этот груз так дорог, пусть со дна достают. А, это, короче, старпом, это в каком-то корабле, типа, заначка лежит. Че, у тебя нормально все, братан? Ты кто такой? Что здесь делать? Кто разрешал? Я сейчас тебе башку хозяин снесу. Тебя не ждать. Иди отсюда. А если так? Так, ждать? Чукча. Ты главное тише будь. Понял? Понял? Тише будь. Ебать, чё у тебя с глазами? Ты чё, бля, бухой что ли, нахуй? Ебать, пьёшь на работе, нахуй? Ах ты, собака, блядь.
Йо, вы видели сейчас вот это? Ну, звук такой, затемнение, это значит, что это повлияет на концовку. Я его не хотел убивать. Блин. Просто хотел ему врезать, чтобы он не пил на работе. А он откис. Жалко. Правда не хотел. Походу, Тёма у нас не доживет. В финале. А может, доживет, не знаю, сколько там. Сколько злых дел нужно сделать, чтобы он не дожил. И сколько хороших, и не убить их, чтобы реабилитировать Тёму. Ну да ладно, он у меня выживал в первый раз. Если не выживет, особо не расстроимся. Ага, вот и начальник. Ну все, понеслась, братва, нахуй. По серьезочке хотите, нахуй. Чем лежать, блять? Работает ОМОН, нахуй. Руки в гору, блять. Нам делить нечего. Все. Я вас убивать не буду. Оп, просто немножко вырублю. Еще какой-то прицел новый. Пишу мне. Прицел-то эти втюхите. Вот, это ружье. Да? Снайперское. Да, да. Да, да, да. Проверим. Вместо Ревика. Ой, я его разул. Нет, это беспонтовая херня. Ой, я его разул. Бля. Соряночка, не те кнопки жму. Зато это настоящий ковбойский пистолет без прикрас. Не, ну конечно мы так не будем делать. Мы сейчас поменяем. Крафтанем аптечку. Крафтанем пулик еще. Вот эту тему. А какая у нас стояла? Вот это. Вот это. Вот оптика. Почему она ставится вот сюда, а на... Глухаря не ставится. Чё за бред вообще? Только ночной. Ну чё за прикол? Это ж не прикол. Сюда главное ставится. А туда почему-то не ставится. Непонятно. Так, ну чё, все с этими. О, еще один пулемет. Ну-ка. А чё у тебя за прицел был? Видели какой-то приблотненный прицел?
Короче, добавилось нам новое оружие. Рабаш, да? Блять, даже на револьвер можно оптику поставить, а вот на эту дичь нельзя. Кроме ночника ничего. А он мне нахер нужен, этот ночник? Так, ладно, все. Рабов освобождаем. Этих отрабатываем. Вот он мне опять этот прицел втюхивает. У меня есть такой уже. Книжечка. Не метро. Так, ну все, походу, да? Тут ловить нечего. Братан. Братан. Воу, бро, ты свободен. Ты свободен. Ты свободен. Ладно. Нормально, Патров. Так. Че, одно КП зачистили. Двигаем дальше. Двигаем дальше. Блин, зря я этого убил. Куда его труп делся? О, он выжил и убежал просто. Ништяк, ништяк. Значит, мы хороших людей не убиваем. А чё все зашугались-то? Вы свободны. Вы свободны. Так, ладно, ребят, эпизодик на этом закончим. Увидимся на новой серии. Пока-пока. Обнял.